Это поселение беженцев у местечка Призети в 30 километрах от Тбилиси, не доезжая до озера Базалети. Оно ничем не отличается от таких же поселений в Горийском районе. Открытое поле, ничем не привлекательное для имевших хорошие дома и земли грузин, не привыкших к таким условиям. Здесь в 300 коттеджах проживает 990 беженцев, в основном из Ахалгори или Ахского ущелья. Очень много семей смешано, грузино-осетинских. Всего в Грузии проживает более 15 тысяч беженцев из Южной Осетии. У нас очень большие проблемы с питьевой водой. Она настолько грязная, что даже руки не помоешь. Я бы с удовольствием выбросила эти матрасы, но других нет. Сколько ни мой их, любым желе, все равно внутри что-то черное, видно мусор. Вот такие матрасы нам выдали. Выбросим, как только купим новые. Выдали нам еще одеяла синтетические. И что, как быть зимой? Не накрываться же несколькими одеялами. В общем, спасибо большое. У всех нас, особенно детей, изжога из-за той муки, которую нам привозят. Мы уже потребовали другую муку, но привезли ту же, хотя сказали, что это лучше. Посмотрим. Мы на 99% уверены, что вернемся в свои дома и все будет в порядке. Мы к этим местам не привыкнем. Даже оград пока нет. Вот скот все и уничтожил.